Губернатор Московской области подписал постановление, усиливающее меры борьбы с распространением коронавируса. Так, с 11 ноября вводятся дополнительные ограничения для пенсионеров в возрасте от 65 лет и жителей региона с хроническими заболеваниями. До 29 ноября включительно для этих категорий граждан продлена обязанность соблюдать домашний режим. Кроме того, на тот же срок будут заблокированы их социальные карты. Также с 11 ноября, согласно постановлению, автотранспорт учреждений соцобслуживания будет задействован для перевозки медицинских бригад для оказания помощи жителям региона. С этого же дня подмосковным волонтерам будет предоставлен бесплатный проезд на общественном транспорте. Еще ряд ограничений начнет действовать в Московской области с 16 ноября. Учреждения среднего профессионального и высшего образования до 29 ноября включительно будут работать дистанционно. В связи с этим транспортные карты студентов вузов и СУЗов заблокируют. В целях недопущения распространения коронавируса меры предприняты в областном министерстве соцразвития. В центрах занятости и управлениях соцзащиты прием граждан будет проходить исключительно по предварительной записи. Деятельность полустационарных отделений для пожилых граждан и инвалидов приостанавливается. До 22 ноября в Подмосковье продлен запрет на проведение спортивных, культурных, зрелищных и других подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Исключение составляют тренировки, игры и соревнования спортсменов без участия зрителей. Также до 22 числа запрещено посещение музеев, но прогулки в парках на их территориях по-прежнему допускаются.